Всем привет! Сейчас мужское одиночное катание в России переживает кризис. Разве что недавняя победа Марка Кондратюка на чемпионате Европы в эстонском Таллине дарит надежду болельщикам. В остальном все внимание давно приковано к девушкам. Нешуточная, хоть и дружественная борьба за пьедестал в группе Терри Тутберидзе подогревает интерес к прокатам. В конце 20 века и начале нулевых все складывалось наоборот. Женщинам не так везло на крупных состязаниях, зато два воспитанника Алексея Мишина, Алексей Ягудин и Евгений Плющенко, готовы были идти по головам друг друга, чтобы забрать себе золото на очередном старте. И у них получалось, по очереди, и, конечно же, с взаимной неприязнью. Но перед тем, как мы начнем, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Сегодня мы расскажем историю противостояния двух титулованных фигуристов прошлого, судьбы которых так символично переплелись еще в детстве и имели много общего вплоть до завершения карьеры. Алексей Ягудин встал на коньки в 4 года в родном Ленинграде. Заниматься его отвела мама. Наставником маленького Лёши стал Александр Майоров, ученик Алексея Мишина. Юный фигурист откатался под руководством первого тренера 8 лет. Когда начинающему спортсмену исполнилось 12, Майорова пригласили работать в Швецию. Родители Ягудина не отпустили его за границу вслед за ментором и по рекомендации тренера перевели мальчика в группу Мишина во дворце спорта «Юбилейный». Евгений Плющенко оказался там же спустя 2 года. До этого он тренировался в Волгограде под руководством Татьяны Скалы и Михаила Маковеева. Интересно, что фигурное катание Евгений пришел тоже в 4 года и по настоянию матери. В 11 лет он был вынужден один переехать в Петербург, чтобы продолжить заниматься, так как волгоградская спортшкола закрылась. Тогда никто не мог подумать, что два болезненных с виду мальчика станут главными конкурентами в мужском катании. Пока что они мирно выполняли элементы на льду, задирали друг друга в раздевалке, а все внимание Мишина было приковано к более взрослым подопечным – олимпийскому чемпиону Алексею Урманову, Руслану Новосельцеву и Олегу Татаурову. Ягудин был уверен, что Мишин специально не дает ему побеждать, чтобы ударить по эго молодого фигуриста. «Я долго ломал голову над тем, почему Мишин постоянно посылает Урманова и меня на одни и те же состязания. Почему он не дает мне шанса выйти из тени моего старшего товарища? Наконец меня осенило. Мишин хотел, чтобы я постоянно проигрывал Алексею. Пока я пытался вырваться из этого замкнутого круга, Плющенко выступал в других турнирах, выигрывал их и набирал силу. Допускаю, уже тогда Мишин видел в Жене своего нового фаворита», – признавался Ягудин в автобиографии. Но и Плющенко было не сладко. Он считал, что тренер на него откровенно забивает. При этом Евгений уже тогда почувствовал ненависть со стороны Ягудина. Самые лучшие программы по-прежнему отдавались Ягудину. Ему доставалась лучшая музыка, уделялось больше времени, а я собирал остатки. Иногда Алексей Николаевич уезжал со старшими, и мы с Ягудиным оставались вдвоем. Если он выехал на лед, и мне непременно нужно было выехать. Если он делал прыжок, я делал каскад из 2 прыжков. Я постоянно стремился сделать больше, чем он. Конечно, Алексей злился, он уже видел во мне сильного конкурента. Я это кожей ощущал. Откровенничал Плющенко. Заклятые друзья тогда еще даже жили в одном номере. Но кроме «доброе утро» и «спокойной ночи» сказать друг другу им было нечего. Парни были слишком разными по духу и общий язык найти не могли. Ягудин часто не мог обуздать эмоции, и Плющенко на его фоне выглядел большим педантом. Алексей Мишин любил дисциплину, поэтому ему больше нравилось работать с юным, но более организованным спортсменом. 11-летний Женя и 13-летний Лёша были самыми младшими в группе Мишина. До перехода Плющенко в «Юбилейный» главной мишенью для издевок был Ягудин. Позже он рассказал, что дело не заканчивалось словами. Взрослые парни могли бить младших чехлами от лезвий. Однажды сокомандники заперли Алексея в тесном шкафчике в раздевалке и продержали там около часа. К сожалению, не избежал оскорблений и Евгений. Чаще всего его упрекали за то, что он приезжий. «Вали в свой Волгоград» – фраза, которую Плющенко слышал постоянно, причем чаще всего от Ягудина. Видимо, в Алексее успела накопиться злоба, и теперь он тоже решил отыграться на младшем. Впервые Плющенко и Ягудин сошлись в сезоне 95-96 на юношеском чемпионате мира в Австралии. Тогда Алексей выиграл, а Евгений стал 6-м. Уже будучи взрослым, Ягудин вспоминал о победе без особого восторга, даже несмотря на то, что он заработал 10 тысяч долларов за золото, а Плющенко чуть ли не в 10 раз меньше – 1500 долларов.
Алексей Мишин старался разводить подопечных по разным стартам, и встречались они только на этапе Гран-при в Питере, где, к слову, Плющенко проигрывался команднику. Стала назревать новая проблема. Ягудин в силу импульсивного характера часто выходил из себя. Теперь он ревновал тренера к опытному Урманову, с которым попадал на одни соревнования и, естественно, оказывался слабее. Алексею казалось, что все было подстроено специально. Пока он катается в тени олимпийского чемпиона, любимчиком наставника становится Плющенко. Иронично, что Евгений видел ситуацию с противоположного ракурса. По его мнению, фаворитом Мишина был Алексей. Ведь ему доставались лучшие программы, музыка, костюмы и уделялось больше времени. А сам Плющенко собирал остатки. Сезон 97-98 оказался для двух фигуристов последним, когда они катались в одной группе. За это время Алексей обошел Евгения на 5 турнирах, выиграл чемпионат Европы в Милане и отобрался на игры в Нагано. Но все заслуги будто бы отодвигались на второй план, и Мишин действительно проникался скромным и пунктуальным Плющенко. Фигурист писал об этом в автобиографии «Другое шоу». «Я взрослел и догонял Ягудина. Я дышал ему в затылок и наступал на пятки. Алексей Николаевич наконец-то заметил мой потенциал и стал гораздо больше уделять мне времени. Ягудина это нервировало, он раздражался». На фоне его недисциплинированности конфликт нарастал. На чемпионате Европы в Милане тренер пошел на крайние меры. Запретил Ягудину общаться с другими фигуристами, отобрал игровую приставку и контролировал время, в которое спортсмен возвращался в номер отеля. Но это далеко не самое страшное. Точка кипения была достигнута на Олимпиаде в 1998-м. На играх Алексей оказался 5-м, а выиграл состязание Илья Кулик, ученик Татьяны Тарасовой. Такой результат, вернее его нелепая причина, стал главным разочарованием для Мишина. Ягудин простудился, когда сидел под кондиционером после короткой программы. На произвольную вышел больным и провалил ее. В автобиографии «Напролом» он вспоминал обидный старт. Алексей Николаевич не сказал ни слова. Когда на табло появились оценки, он ушел, оставив меня одного с моими чувствами. Я знал, он зол на меня за то, что я заболел. После неудачной Олимпиады ни фигурист, ни тренер не скрывали, что их взаимоотношения зашли в тупик. Когда Федерация фигурного катания России предлагала отправить на предстоящий чемпионат мира Плющенко в обход Ягудину, с этим решением были не согласны практически все, кроме Мишина. На мировое первенство Алексей все-таки прорвался, взял золото, а дальше решился уйти. В межсезонье стало известно, что Илья Кулик уходит от Татьяны Тарасовой. Ягудин решил не упускать возможности и позвонил ей лично, попросив принять в группу. После перехода фигуристу грозили, что отныне он не выиграет ни одного старта. Сначала оказалось, что страшные пожелания сбываются. По словам Плющенко, он не ожидал, что Ягудин уйдет от Мишина, но обрадовался такому исходу. С тех пор Евгений стал главным фигуристом в группе и в 1999 году одержал первую победу над старшим коллегой. Это случилось на чемпионате России, соревнованиях, которые впоследствии еще 9 раз покорились Плющенко, а Ягудину ни разу. Алексей подозревал, что судейство было не таким уж честным и прозрачным из-за дружественных связей бывшего наставника с главой федерации. Наступил тяжелый период в карьере Ягудина. Плющенко вырос и на протяжении 3 лет обыгрывал конкурента. К тому же начинал болеть сустав в бедре. Это расстраивало и нового тренера Алексея Татьяну Тарасову. Она, в свою очередь, меняла тактику игры. Теперь упор в программах Ягудина ставился не на штампованные четверные, а на харизму и актерскую игру. Чтобы усмирить необузданный характер подопечного, Тарасова прибегла к помощи психолога Рудольфа Загайнова. Вокруг его работы ходили странные слухи, будто бы он может сглазить или загипнотизировать противника-фигуриста. И ставка сыграла. Конечно, после стольких поражений Ягудину не сулили победы на Олимпиаде и считали фаворитом Плющенко. Для Евгения игры в Солт-Лейк-Сити стали первыми. Он, золотой мальчик российского мужского катания, ехал побеждать. Плющенко упал на первом же прыжке в короткой программе, четверном тулупе, который, с его слов, он знал как «Отче наш». В какой-то момент спортсмен оправдал неудачу вмешательством того самого Загайнова, который якобы загипнотизировал его. После первого выступления фигурист занял 4-ю позицию. Было понятно, что на первую уже не выбраться. В то же время Ягудин радостно закричал и подпрыгнул, увидев неудачу конкурента. Он понял, что вырвет титул олимпийского чемпиона. Так и случилось. Алексей блестяще исполнил программу «Зима», которую зрители пересматривали в записи десятки раз и после игр. Произвольное выступление оба фигуриста исполнили хорошо, но отрыв был очевиден.
Прокат Ягудина был настолько эффектным, что он, подъезжая к бортику, встал на колени перед тренером, который привел его к желанной победе. А Татьяна Анатольевна кричала ему: «Спасибо тебе, миленький, спасибо! Я даже не знала, что ты так можешь!» После победы на Олимпиаде Ягудин выиграл чемпионат мира в Японии, а после, в начале следующего сезона, отправился на Skate America, но так и не смог там выступить. Прямо перед исполнением программы он подъехал к судьям и признался, что не сможет кататься из-за больного сустава. Знакомая история, правда? Тогда же Алексей завершил карьеру, а в ногу пришлось вставлять титановый протез. Плющенко продолжал радовать тренера и зрителей и в 2006 году исполнил давнюю мечту – выиграл на Олимпиаде в Турине. Ягудин рассказал, что тогда же отправил коллеге искреннее СМС с поздравлением, но ответа не получил. Если говорить об играх, то в 2010-м Плющенко стал вторым в Ванкувере, а в 2014-м снова взял золото в командном зачете. Но в одиночном катании показать себя так и не сумел. Так же, как и Алексей, снялся с соревнований за считанные минуты до проката, чего фанаты ему не смогли забыть. Ведь из-за Евгения в стороне остались юные потенциальные чемпионы – Максим Ковтун и Сергей Воронов. После Сочи Плющенко понадобилась операция на позвоночнике, но разговоры о новом появлении на любительском льду стихли только весной 2017-го, когда он все-таки объявил о завершении карьеры. 3 года до этого он числился в сборной, выступая в шоу. Со времен борьбы Плющенко и Ягудина прошло много лет. Оба фигуриста завершили карьеру, участвовали в ледовых шоу, написали автобиографии, в которых много раз упоминали друг друга, и разошлись разными путями. Сейчас они стараются отзываться о былом противостоянии сдержанно, а Ягудин и вовсе сказал, что их конфликт раздула пресса. Возможно, многое, о чем говорят сейчас, преувеличено, но факт есть факт. Эти ребята не уставали наступать друг другу на пятки и не принимали друг друга в силу совершенно разных характеров. А главное, что их спортивная злость подарила нам множество ярких побед. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.